Там у них там вода, наверное. Все, вот и бандит. Здравствуйте. Да-да-да, сразу лапы. Сразу лапы надо, да? Тихонько. Только не резко. Да. Иди играй. Сразу все миски перевернуты. Все перевернуто, да? Как-то интереснее. Ать. Тихонько. С перчатки порвешь. Хулиган. Ай, зацепился. Не-не-не-не, так не пойдет. Я так не играю. Мясо из этих арбузов тут просто море, которое пришлось полтора часа выгребать отсюда. Да? А еще миска кто-то утащил. Иди, иди, иди. Ну давай, 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 тихо. Ай, тихо, тихо. Ай, зацепился. Хулиган. Дядьки дерутся. Не скажешь. Сильно скажешь. Это у нас не Ван Дам? Значит, это все Вагнер, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Не-а. Куда собралась?
40-форматную камеру включать, чтобы все вылезало от действия. На вопрос. Холоды миска. Миска я себе забрали, и там было не запись. Сейчас, соответственно, все убрано. Она будет сюда сильно, я говорю, спать было спокойно. Потому что это пора было менять. Соответственно, надо их накормить. Каша была в виде курицы, я такие большие в ведрах. Я их поставил, вот они раскидали. В принципе, так происходит, и когда миска есть. Просто они сейчас переворачивают чаще всего. Но выглядит это как-то эстетично. Поэтому не пугайтесь, миска не стоит. Просто их нужно было сначала достать. А для того, чтобы кто-то лапами сюда не лазал, лишний раз, а отвлекался на что-то другое, надо было их накормить. Потому что здесь узко, а когти у кого-то острые. А пообщаться очень хочется. Ну все, вроде с коробкой расправились, нужно дальше поможем.